Всем привет, ребята! Это новое видео по скайблоку, и в этой серии мы сделаем АФК-рыбалочку. Давайте же приступим. И да, ребят, как вы видите, у меня на острове уже появляются первые мобы. Это криперы и скелеты. Очень много мобов у меня было здесь. И что нам надо для АФК-рыбалочки? Нам нужен музыкальный блок. Он делается из редстоуна. И из досок. Вот так вот. Берем редстоунчик и доски. Вот он наш нотный блок. Нам нужно обязательно ниточки. А где нитки-то взять нам, ребята? Давайте поглядим на Ахи. Вот они, нитки за 1000, ребята. Это не кайфово нам что-то за 1000 брать, покупать. А давайте поищем еще дешевле. Может, что-то будет. Но, увы, нету, ребята. Нету дешевых ниток здесь. Пишем варп моб. Я меч не взял, увы, ребята. Меча у меня нету. Поубиваем наших паучков. Вот первая паутина, первые ниточки. Это классно. Ничего не видно, такая темнота здесь. Я вижу зомби, очень много зомбаков, очень много крипаков, но пауков почему-то нету. Здесь есть еще один этаж. Где же наши пауки? А, вот они. Крипер тоже идет за нами. Ай-яй-яй, он удалил ниточки. А здесь выход, ребята. Здесь выход есть, оказывается. Мне кажется, нам уже вполне достаточно этих ниток будет. Пишем из. Вот так вот, все, мы в нашем домике. И мы набрали 9 ниточек и 4 паучьих глаза. Вот, у нас есть уже крюки. У нас есть нотный блок. У нас есть ведро воды. Это все пригодится для нашей АФК-рыбалочки. Есть ниточки. Это классно. Ниточки всегда пригодятся. И давайте сделаем сундучки. Все ненужное оставляем. Так, эти блоки возьмем. Эти блоки нам пригодятся, возможно. Нам нужны вороночки. И еще один сундучочек. Вот так вот. И давайте уже приступим к нашей АФК-рыбалочке. Нам нужно больше булыжника. Давайте поднакопаем нашего булыжника. Это все дело я перемотаю. Этого вполне будет достаточно. Отметим наши границы. Я давно не делал АФК-рыбалочки. Надеюсь, у меня все получится. Здесь наша вороночка будет. Вот так вот. И здесь уже будет вода. Делаем вот так вот. Надо дверь сделать. Железная дверь. Вот так вот. Нотный блок готов. Делаем наш повторитель. Так, давайте сделаем палочки. Так вот, сделаем факелочки, основание. И все, повторитель наш готов. Редстоун мы также прихватили. Наши крюки находятся вот здесь. Здесь наша водичка. И здесь мы поставим ниточку. Вот так вот. Уже более-менее похоже на АФК-рыбалку. Повторитель будет вот здесь у нас. Будет давать импульсы. Не доходя до конца, оставим. Самый такой оптимальный импульс. Наша АФК-рыбалочка готова. Задоначенная удочка. Давайте ее починим. Пишем фикс. Вот она какая топовая удочка у нас. Ну-ка, давайте подметимся. Вот так вот. И она работает, ребята. Она работает. Давайте поставим в АФК. И посмотрим, что мы поймаем за это время. Ну-ка, ждем нашу рыбу. Что же будет? Что же попадется нам? Мы поймали 2 лосося и 2 трески. Улов, конечно, не очень, но пойдет. Давайте еще сделаем вот так вот стеночки. Стеночки сделаем. Вот так вот. Вот. Замечательно, ребята. И давайте сделаем тоже вот здесь вот. Поставим нашу дверку. Вот так вот. И дверку в нашу каменоломню. И давайте поставим по кнопочке.
Вот так вот. Думаю, на этом пора заканчивать наше видео. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики, и пишите комментарии под этим видео. Всем пока-пока!